Всем привет! Сегодня у меня вот такая бюджетка L90 от LG с разбитым стеклом. Проклеенное стекло уже. Еще ни разу не менял сам. Код стоит. Вроде реагирует, но не до конца. Итак, винты я уже снял. 11 винтиков одинаково. Выключаем телефон. Снимаем батарею. Рамка у нас здесь вроде бы отстегивается. LG вроде пока не стали менять систему разборки, как у Samsung сейчас, чтобы разобрать телефон, нужен дисплейный модуль у большинства моделей новых. Вот, на LG пока все попроще. Итак, можно проверить тач сразу. Вижу разъем тачскрина. Отстегиваем. Ставим батарею. Пристегиваем тач. Включаем. Ждем загрузки, проверяем. LG D405 моделька. Итак, загрузился. Телефон, реакция есть. Вроде все реагирует, как положено. Думаю, можно менять. Включаем.
2014 года телефон. Я параллельно читаю в интернете. Я думал, 15-го. Как-то не попадался он мне раньше. Конец 14-го года. Прогрели стекло. Очищаем двусторонний скотч. Да уж, непростой, довольно крепкий. Удаляем пыль.
знаю за цену. Я думаю, порядка 20 евро все это стоит. Модели такого ранга 20, максимум 25 евро. Собираем телефон. Простое видео очередное. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч.